смена курса. Общесистемный бой. Отказ защитных протоколов. Боевая единица Левиафан завершает свою работу. Да, нормально, чё? Опа, две тьмы. Ладно, подтягивайтесь, подтягивайтесь. Чё вы там стоите-то? Нет, слушай, она мне потом написала, можно на транс ролить. Я говорю, ну, в принципе, да, если ты говоришь, там, подтверждаешь. А мне не отдали щит. А не, она сказала, а то ругаются. Вроде ты каски и там курики на крючке. Все готовы, запускаю. Приста баф одну если хотите, могу позабирать там на поджарку. Блять, мне 15 дворфов осталось. Вау. Давай позабираю. Да, давай. Позабираю. Да, приста баф. Давай, может, я их попросажу по хп. Да, мне 7 штук осталось, прикиньте. Я долго здесь не хочу быть. Сейчас сколько зажарим, столько зажарим. Ну да, я чё. Стражи, не бейте. Дозорных убьём. Точечно, бейте. Блин, сори, лагает, капец. Остальные все стражи там. Ну танки пусть сами подбивают, не бейте никто из ДД. ДД, РДД не бейте, танки сами убьют, еще NPC бьют их. О, у меня тут их уже до хрена, и больше не буду собирать. Ой, все, хватит, чё. Сейчас. Ой, всех там всех там убивайте. Здесь всего два штуки вылетло. Запускайте, кто там ближе всех. Все, хп много еще. Она скоро снова взлетит. Выйди. Тоже подводи. Кто не бейте их? Мы вас вместе спите. Меньше 10% надо, чтобы у них было, чтобы их убило. У них 12-14 везде. Подбейте еще. Ой, нормально, нормально. Ну, нихуя зажарило. Хорош. Еще два осталось. Побей, вертанчик. Учитесь. Ну, это... Еще заберешь, да? Не знаю, сколько это будет. Часовой вбьем, дозор вбьем. Ну штуки 4 еда вышло. Вон еще один страж. Ой, да. На его запинают сейчас нахуй. Бейте его, Виталий, что там, кто бегает? Виталий, кто там бегает? Я убью. Ну зачем? Ёб твою мать. Извиняюсь. Блядь, говорим, нахуй стражи жарим. Ты его убиваешь. Ну, всех сильно. Там есть или нет? Нет.
группу, сливаю там и запускаю пушку уже. Сейчас подводи. Даже убил. По боссу не бейте, пусть он отдохнет сначала. Не бейте босса, не бейте вообще. 5% 4. Он отдохнет, когда вы его переведете. Людей. Грешных. 50% людей. Значит, что он дышит. А что мы знали? Уже вообще отдохнет. А, ладно. О, заебись. У меня еще. Да, 8 штук осталось. Давайте убиваем. Давайте подождем тогда еще. Да не нахуй. А уже все. Потом. Каждую неделю эти десятки штуки по две. Уйди. Отличная голова. Дайте, пожалуйста. И ступни еще. Не стоим, не стоим. Не ждем, вот идем дальше. А можно каску Кувару? Ой, фу, каску Кувару. Запало. Шерстки. Чё у тебя за вара ранее? Чё? Да, вара не бизнесе. На хосту одет. А, не, на хосту. Да у меня он ещё не бис так. Ты на хосту хочешь одеть тебе? Ага. Да хуй знает, как ты хостовым играл. Не играю. Ну погодите, я сейчас сгоняю. Вы разобрали этого? Первого босса, что ли? Да. Я извечную тьму с него содрал. А, окей. Я Мирона сдеру. Маша, ты где? Кулак, 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 вар, дайте. Там эти люди раскалишь их, заведешь. Пока не могу использовать эту способность. Смотрите аккуратнее, на пулу-то нет. Поздно. Есть почта? Алло, у меня баба только есть. У меня есть почта. Прикиньте, что еще осталось? Неплохо. Вот, начинай, начинай.
трупы! Ваша кровь закалит оружие, которым был завоеван этот мир! Пришествие во время каста дашь мастеру. Голис нас мерял. Стопните бабус, сейчас он раскарит двоих и заведет. Боком по параллели. Все, где? Оба склеились там. А, заводи. Стопаем, нет? Так что ты это... Ну что, не знаю. Да убивал тебя. Под штуку белый. Нахуй надо. Можно гер-режим сделать, например. Давай гер-режим. Вроде легко. Вроде. Что там кто за ралли? Давай подходи. Вот, начинаем. Все тут. Пока не грустим, грустим сердце. Ну подходите. Куда? Там еще закрытие лишний пак. Сливаем. Пока доводим до 75, нам сердце вылезет. По сердце сливаем, да? Да. Вот сейчас прешь сначала. За таких людей, блядь, ИП, потом 500 за десятку. Я мне срочно в пяти просто минут. Просто будет. Да, Геру? Это еще новый метод дамажения на лаге, что ли? Джампер.
Маша вернулась? Я не отходила, еще я говорю после боя. О, уже вернулась. Она и не отходила. Ладно, давайте идем. Давайте кошатинку сделаем. О! Кошатинку. Пожарник? С это прямым входом на этом было. Кстати, есть у кого? Да. Что есть? Духи на ап. Нет. Хуёво. Что, ты 30к хочешь дать? Нет, просто подамажить. Больше не понял, духи. Дамаж. Как войны духи? Не понимаете. Это ёпка. Которые не душатся. Сивен. Не баночка. 75. Нажимаешь, там бонус дается. Как фласка, только духи. И где она падает такая? Где ивенте? Во время ивента. Челик продает их, блин. Сейчас что-то. Фога. Фога, посидишь на этих созвездиях, поразбиваешь их. Но я, получается, выбираю, чекаю, разбиваю, да, и я больше ничего не делаю. Ну, сейчас эти на помощника как будешь ставить звезду, ну там какую-нибудь метку, чтобы люди отходили от нее. Пришествие, зайди за линию. Кто там еще? Бля, Геры нету, ну, без Геры так убьем. Я здесь не для того, чтобы сразу. Давайте баф, отбивайтесь.
вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный... Посмотри звездопад Спула и потом его дальше. А тотем нормально, что он сработал сейчас? Ваши действия. Я ебу. Логично. Как дела у вас? Все возможные... Ты запустил? Бога, ты здесь? Да. Отойди. Так, первая переходка, я должен остаться, да? Да. Первый будет танчик, потом ты. Поражать срезку, да, или что, или прокнет? ГЗ, дай чё. Так, ранее будет мозгу. Блин, вот они, видишь, ставь метку и подбивай звезды. Готовимся, Кара. Уходим в ар. В ар бежит. Чё подбивать? Да. Два задачи. Кара небесная секунда. Шаман! И ушел в дырку, заебись. Сейчас резну. Поднимаю. Забирай. Босса забирай. Заводи созвездие. Не оставь. Эту надо бить, а не большую. Зачем ты большую бьешь, Фога? Надо маленькие созвездия, а не большие. Зачем большие-то? Ой, блядь. Я смотрю, он вот это большое живое почти убил. Херачит стоит. Я тоже вижу. Не надо вот это большое, надо дырки, вот понимаешь, вот эти звезды. А что вы, я не знаю, забыли тактику или что? Или каждый раз вы ее забываете? Каждый раз, походу, хули. Я с вас удивляюсь очень сильно. Фога, ты же посланника делал, не? Ну, я хилом был, я на это не знаю. Какая разница, кем ты был? Ты что, не видишь ничего, что ли? Ребята, это плохо. Машулечка, очень плохо. Блин, простите, я затупила. Я понимаю, ну как можно затупить? Ты просто стоишь, в тебе красная метка, тебе кричат, а ты все равно стоишь. Ты сама, получается, не смотришь никуда, да? Тебе говорить надо. Может, она лагает у нее. Я лагает пинг там 3-9. Я задумалась, блин, что-то. Простите. Ты не задумывайся, мы же сюда не задумываться приходим. Давай я тоже задумаюсь. Вы да знаете? Я все понимаю, но блин, ну так получилось, простите. Ну так старайтесь, ё-моё, мы же, ну, это время не только твое, оно наше общее, мы все тратим здесь время. Чтобы не было такого, чтобы люди не злились. Нужно все, ну, задумался, это, сконцентрировался на 2 минутки, убили, прошли рейд за час. Всё. Да блин, в себя, короче, так простите. Так не уходи в себя, ну. Я больше постараюсь так не делать, простите. Блин, с такой речи даже я бы простил. Хорошо, никакие пидоры сейчас картинки не присылают, да? Тоже не спать пошли. Твои выразки здесь, я вайпаюсь, смотрю, люди вайпают. Да, всему серву, походу, с нет, вами. Нет, из-за этого мы вайпались, из-за того, что картинка... Да, по-любому, на картинке отвлекались, ну, там, голые тёлки. Прикинь, голых тёлок начнут присылать, блин. Тогда бы а это на всех рейдах будем вайпаться. А мужиков начнут присылать там. Бабы ж тоже играют. Так там пиздец будет. Какого-нибудь там Джонни Депп, не знаю. Тотемы, которые дамажат там вот это огненное, не надо ставить.
босс, потому что запускается. Вот сейчас что-нибудь поставить, и босс запустится. Когда вы играете за шамана, ханта, там, смотрите за свой класс, знайте, что вы там нажимаете. Не просто так. У меня вот 12 кусочков еды осталось на мастерство, я не хочу 12 раз вайпиться. А я хочу. Не хочу. У меня 2 куска. Видишь, там я не могу лететь. Ну, зашел. Ваши действия. Черт, я нажал не... А, господи. Капец. Давайте, кто сейчас упадет, тот... Я же сказал, что же... Агрис. Кара небесная, секунду, смотрим под ноги. Вы что, запустили? Алло. Ём уже. Да-да, да. Неплохо. Я захожу. Это на пол такой хороший? Кара небесная, смотрим под ноги. Какой нос? Ты агро хорошо держишь просто. Потому что я хороший там. Нет, просто я не бью. Я больше пока не бью. Жду маленький, да? Нет, кого раз тут, когда я тут. Обычно всегда так срываю. Как я разбил? Кара. Дырку ищем глазами. Раз, два, три, заходим. И выйдите с того места. Я бьем триск. Кар. Смотри, два нуба у нас, антисептик и пришествие. Вы заметили, у него тоже борода есть. Богиня ПР. Падает? Доложимся. Ну, вы самые нубы, блин, долбали вы. Пидара. А как так? Как там кверху, как... Я без маны, один хер. А, типа, значит, не надо заходить, да? Понятно. А клятва святая на что дана? Аттаунт на что? Чтоб таунтить, наверное. Ну как так можно падать-то, я вообще не понимаю. Антисептик, пришествие, суровый удар. Дырок нет, что ли? Или вам нужно проговаривать, как Олег проговаривает, каждую секунду что-то говорит. ДБМа нет, что ты вот бежишь, ты специально, наверное, встаешь на одном краю от дыры. Смотришь суровый удар, еще 2 секундочки стоишь, до конца сурового удара 3 секунды остается, ты начинаешь бежать. Ну конечно ты бежала, конечно это твое оправдание, мы тебе верим. Давай еще раз так попробуем лайкнуться. Как мы будем? Мы будем в ДБМ смотреть или что? Или анимала будем просить? Анимал, говори нам каждые 2 секунды, что происходит. За 30 секунд до сурового удара говори, что будет суровый удар, и надо подойти к черным дыркам. Чтобы когда начался суровый удар, 8-секундный каст, нужно было зайти в дырку в эту. Блять, ребята, ну... Как вас понять, я не знаю. Animal пингует. Чё делать будем? Будем сами смотреть или будем... Ну вот вы реально как нубы падаете. Давай, я сейчас буду говорить. Вот, Луди, давай, говори. Потому что это, ну, пиздец. Вам если не руководить, вы, ну, нихуя не делаете. Вот, ну, оно так и есть. Все, я включил звук. Что? Так, бьет, значит, у нас амнистия и фога пускай бьет. Потому что Аркона там лагает, он
Пускай по боссу играет. Там кто сейчас Аркона бил, метку ставил на звезду, которую бьете? Фога. А, Фога? Ну вот отлично, Фога, тогда делаю. Дальше так играй. Ставишь метку и все играют, ну не все там. Короче, Аркона кинь там какой-нибудь рой насекомых на нее, чтобы он побыстрее сливалось. Не атаковал бы, прикинь. Все, давайте фулбаф. Тихчайше. Грязность истории определяется испорченностью ума. Там урали что-то нету. Плохо, наверное. Только бедна черноты фантазия может ограничивать. Ну быстрее дай ему кулак и начнем. Низость всех мыслей. Ничего? Ты заоценил там ларек пиццы? Да, давно уже. Ты в нем берешь? Или ларек ты заоценил. Там и там беру. Это... Что такое с кулаком пришествие? Ралли нет кулака. Блин, где ты же приняли, все же приняли готовность. Ну, я на автору. Не, ну просто человек бафнуть не может, это... Попущен, блин. Что, кого там бафать нужно? Попущен. Ралли, бафни. Блять, бафало, нефиг ждаться. Невероятно, агри. Давай рост. Это что-нибудь непристойное прочитать. Ну, кроссовочек не было. Почитайте. Кирилл, у тебя не полный сборник. Все, иди. Сейчас будет эти кара. Надо будет убежать. Оббежали кара на лизоне. Приготовьтесь захиливать, взрывать звезду. Всего доброго. Следующий убить. Помогайте там Фоги, он один бьет. Дотку какую-то кидайте на звезду. Приготовьтесь захиливать. Захиливайте. Привет, убивать тоже? Так, кара. Отошли от кары. Он со звездии спускается. Так, сейчас заберу. Так, одно завел. Че у тебя там по стакам? О, 4. Давай это. Забирай со звезды. Заводи. Разбивайте быстрее звезду. Быстрее разбивайте. Помогите ему, пожалуйста, кара отошли. Захил рейда. Подходите, вон видите, сейчас поставлю метку вот на пришествие. Вон туда заходите. Ну, так приз не зашел. Дайте ему БР. Отошли кара. Захил меня. Так, в мелизоне взрывают, отойди, машинечка, сейчас провалишься. На хил рейда. Все, бурстите в босса. Забейте эти звезды бить, вы переведете его быстрее. За хил сейчас взрывается звезда. А забирай войт, у меня 4 стака. Все, играйте по боссу. Сейчас переведем и все. Нормально будет. Ну все, добиваем просто. Может быть, отбежали это кара. Может быть, сейчас еще придется. Не успеем, тогда надо будет забежать. В этот.
если сурово будет. Не успели, отлично, все. И никто не помер. Всех. Нет, прист помер. Отсюда. Так, сейчас я дам диван кому-нибудь, вот Машулечке. Открывай сундук и меня рез. Опа. Тринка опять не упала. Ага. О, колечко возьму. Миры, охваченные пламенем творцов. Их жители гибли, не успев издать... Все распылю. Колечко. Да нет, зачем? Вот этот код отклика, его можно и все время... только один раз давать, да? Да. В неделю? Один раз вообще. Пельмень бисовый, кстати. Мастерство там, нахуй. Да, вообще классно. Да я покупал, собираю. Собрал там. А, тут нету. На танка. С квеста. Кому нужен этот квест? Потом второй паролог. На собрание или куда? Да-да, на собрание. Создание титанов оказывается. Второй паролог, давай. Я изменил код. Да, давайте хоть одну ачивку сделаем какую-нибудь. У меня будет 9900. Это нормально, когда БДК не мог, БДК, ну, БДКшники, танки вот эти вот, не могут быстро агрон набрать, ЛПшки накинуть? Нет, это нормально. Ну, если у них меткости нет, если у них там промахи. Из-за этого не БДК по меткости. Если сигнал не будет перезагрузка. Если нет меткости, это значит, это не БДК, а так, мусор. Спасай свой мир. А у них обычный стандарт. Дайте пристабаф и лапу по мне. Если обычный стандарт собирать для милика, то у них будет метакап, потому что ЛПшка это магия. И капа магии 17%. Угу. Надо подождать. Мне все равно, он вообще чихнет весь. А, блядь, красивый. А нет, это не без разницы. Мне тоже. Давайте просто отпиздим. Вон линка нам будет сделать. Хорошая идея. Короче, что, последнего Малгейма убиваем или как? Может, Леон? Вот там написал аниме. Большой, большой, потом средний, потом маленький. Все, погнали. А ты тогда большого держи. Кого бьем? Большой, средний, маленький. Извиняюсь, не услышал. Уже глухой просто, возраст уже не то. Метку, заведи его. Кажется, Варик лучше грустит какой-то в хосте, вот когда переключается воля. Вообще жестко. Нежели в коробе. Сейчас будет зеленая лужа. И готовьтесь, разбегитесь. Беги, малышка, беги! Чего надо, может?
Вроде когда он вот этот человек будет крутиться, ему надо каз сбить в этот момент. О, а ему станом сбивается, наверное. Да. Конечно. Его и молотом света, кажется, ну, паладин с 6 секунд и тоже останется он. От этой хуйни отойти надо. Героический бросок. Блядь. Смотри, героический прыжок сейчас будет. Смотрите на это. Блядь, я не глаз. Топор торчит. Мой. И открыли архив! Молодцы, ребят! Комментарии Брана просто чудесно. Чё там зермием этого дурака? Не в кота? Чине? А это кольцо надо кому-нибудь? А зачем? Просто в тело вливаемся, что ли? Нет, я думаю, что вам надо будет слить руки. А то он меня прошибет, у меня не хватит держит. Он там не прошибает, в десятке. А, ну ладно. Он типа вешает на 3 секунды что-то дебаф, но он не бьет, как бы, спятки. Не знаю, может. Вначале дайте агро набрать. Фуриков в основном касается. А, я и так еблан. Все боссы почти. Упал, что ли? 3 раза. А, она же возвращает его. Я тоже упал туда. О, я спину ему ударил, нормально, что ли? Ну-ка, как там, сейчас попробую. Ну, один удар пошел. Ну, че поглощи? Меня упал. Прикольный тренинг. Не обычно. Я думаю, от друга такой докачал вот этот топ вообще. Кто-то из хилов, бегите. А у нас гильдия дофига это танков на посланника. Уже собраны? У меня 2. Ого. Сделаем, нет? Мне просто мне кажется, что чаще всего падают на танк, нежели на ДД. Почему? Так и сюда хожу. Видите того, у кого ХП больше. Что, сразу бьем, он сейчас придет. Давайте кэша, успела. Че делаем? Кошатницу, говорю, давайте сделаем. Это надо не убивать мобов.
А это вара с кефира действует на защитника, не? Че, мобов заливаем? Зачем, нет? Дайте Геру, там пишет он на него. Девять жизней, там защитника залить надо или че? Да, девять раз. Твою мать. Ладно, хуй с ней. Там тотеми стоят, там вообще нет тотема. Они вот есть. Прикольный арет, да? Да. Как умалишённый. Слишком далеко. Танки, танки. Я говорю, ему танка скажу. Только те, что... А. Окей, никто, никому не надо, я это, за роль плечи. Хорошо. Давайте сделаем хардкорную ачивку. О, смотрите, партняги себе, это фарит кожа. Смотрите, смотрите. Эту способность. Потом, когда 500 ИП будет за этот лист, вообще, блядь. ДП, наверное, давал за такую кожу. Это фигня, вот бесит то, что когда это вообще самое фигово, то что кто-нибудь скулит вот так вот нечаянно. Ну как нечаянно, просто специально, на самом деле, что случайно. Вот это все больше бесит. И молчит. Это хорошо, если признаться. Как-то завис, как сука. Не бегите только по субругу. Это, а кто пользуется, ну, вопрос не по теме, а адрес, ну, электронная почта от Гугла? Видел там уведомления, тебе присылали, что закроют Google Plus. Я вот только не понял, Google Plus это связано с самой электронной почтой от Google или это только специально там какой-то у них это аккаунт. Ну не аккаунт, а это херня вот эта вот. Хз, не обращал внимания. Я что-то сегодня сменил уже это почтовые ящики там. Ребят, прыгайте. Давай это будет. 4 апреля, говорят, закроют. Времени много еще. Дайте сейчас игру набрать. Недостаточно маны. Нет, да нет. Вы будете наказаны за это, в
Двигайтесь, двигайтесь. Ну что, срыв, что ли? Вам тут стопить придется. Виталок, он ты чё, бля? Я, бля, вообще чё-то затупок. Прыгай, блядь, просто. Кто-то больше двух таков набрал уже? Да. Ну, проси уже, блядь. Честно говоря, я не знаю, но я это сказал просто уверенно, абсолютно. Тебе, кстати, что кто-то набрал. Тебе, кстати, в грозовую херту надо подходить, чтобы обороны. Да вроде так танком двигаюсь. Диспайл. 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 Я хуй знаю. Ты что, Вуди, думаешь насчет 500 и ПЗ? Я думаю, это справедливо. Почему? Все слишком изи. Но за ачивки, я думаю, надо еще что-то добавлять. Да, я знаю, что это без щит. Типа пожарник там стоит, да? Ну как-то так, да. В принципе, да, случив, не согласен. За обычную еду. Ну плюс 0 там, допустим, плюс 200 и пожарник, плюс 200 и все. Больше ничего сложного нет. Ну посланник нет. Посланник отдельно, там косарь. Мы баню меняемся. Ой. Да, мне рукопан. Я вообще скинул бабу в стаки. Как я был. Я пока.
Чувак, кто в комнатах? Батюшка идет. Окей. А у нас хил есть? А вон там по пати. Видишь, первая пати в тоннеле.